Очень уверенную, надежную борьбу показал. Чувствовалось, что когда нужно набрать необходимые баллы, ты их наберешь. В целом, ты можно ли сказать, что ты контролировал свои схватки? Спасибо за поздравление. Да, я контролировал схватку. На самом деле, когда нужно, я беру. Но все тренера говорят, и я сам себе говорю, нужно бороться, несмотря на счет. У меня это лучше получается. Я думаю, есть над чем работать, будем работать, будем стараться еще красиво бороться. Что для тебя значит Ярыгинский турнир? Если не ошибаюсь, ты в четвертый раз поднимаешься на первую ступень пьедестала. Это престижный турнир для меня очень. Это все мечтают выиграть Ярыгинский турнир. Для меня это путевка на Европу. Какой я нахожусь в форме, я думаю, где-то 50-60% я набираю хорошую форму. Ну, есть время до чемпионата Европы, есть работа, будем работать с тренером. Я думаю, хорошую форму уже подойду к чемпионату Европы. Один из твоих соперников, финалист Муса Мехтиханов, можно сказать, вчера стал одним из таких открытий соревнований, выбил из борьбы Ахмеда Идрисова, Рамиза Гамзатова. Как ты к нему подходил, знал ли ты его борьбу? Ну, вы до этого встречались, но тем не менее, наверное, ждал от него каких-то сюрпризов. Да, он вчера хорошо себя проявил. Я выходил показать свою борьбу, но он постоянно вяжет. Я пытался свою борьбу навести, и у меня как получилось. На самом деле он вчера хороших ребят убрал, Рамиза убрал, Ахмеда, хороший 5 схваток сделал, он тоже в неплохой форме, молодой, перспективный, еще есть время, покажет себя, он хороший. Заур, что изменилось в твоей голове после чемпионата мира, какие выводы ты сделал и над чем предстоит еще работать? Выводы сделал, нужно больше чуть работать. Думал, когда не проигрывал столько долго, думал на опыте вытаскивать. Сейчас нужно побольше схваток делать, чуть побольше внимания там на своей коронке уделять. Есть над чем работать, и тренер постоянно рядом подсказывает. Работаем, я думаю, все будет хорошо, ближе к чемпионату России, ближе к Олимпиаде. Мы будем наберем хорошую, оптимальную форму и покажем хороший результат. Все,